Одна из высоток Казанского федерального университета принадлежит Институту физики. Именно здесь студенты открывают для себя мир атомов и законов природы. Ежегодно институт выпускает более 300 высококвалифицированных специалистов в этой области. В этом году для абитуриентов будут представлены такие направления профессиональной подготовки, как фундаментальная физика, радиофизика, нанотехнологии, а также педагогическое образование. Я считаю, что наш институт один из лучших не только в нашем Казанском федеральном университете, но и, наверное, во всем Поволжье, а по некоторым параметрам и во всем мире. Мы готовим студентов, которые находят себя практически во всех областях и работы, и знаний, и спорта, и учебы, и культуры. Учиться у нас трудно, но интересно. Ну и самое главное, у нас много бюджетных мест по различным направлениям. Поэтому вы найдете себя в нашем институте в любом вашем проявлении, в любом своем амплуа. От науки и образования до спортивных культурных мероприятий. В 2024 году Институту физики Казанского федерального университета выделено 350 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет, а также 160 мест на магистратуру. Самыми популярными направлениями подготовки у студентов являются специальности из сферы информационной безопасности. Также среди абитуриентов спросом пользуется молодое направление – инноватика. У нас разные форматы есть, конечно же. Основной поток – это идет по результатам ЕГЭ. Есть иностранные студенты, конечно, которые сдают внутренние испытания. Есть выпускники СПО, которые тоже внутренние испытания сдают. Ну, гослиния. В институте проводится большое количество конференций и олимпиад, которые помогают студентам погрузиться в науку. Также здесь работает более 300 лабораторий, которые оснащены новым техническим оборудованием. Сами лаборатории предназначены для проведения студенческой практики, а также для выполнения студентами домашних заданий или развития своих стартап-проектов. На самом деле, приходя в нашу лабораторию, студенты получают совершенно уникальные возможности. Уникальные возможности поработать на оборудовании, аналогов которого в России нет, а в мире единицы. То есть та установка, вот, которую вы видите, которая находится в нашей лаборатории, она позволяет делать слои материалов толщиной до одного атома. Самые активные студенты приходят прямо на первом курсе. Они поступают, когда они разбираются, где они оказались и что от них хотят, они начинают искать место, где они могли бы заниматься наукой. Приходят к нам. У нас есть примеры, когда студентка пришла на первом курсе, а на третьем курсе она выиграла студенческий стартап. Наши абитуриенты, став студентами, они познакомятся, с аппаратурой, которая находится на острие современной науки и технологий, научатся тем секретам профессиональным, которые позволяют вот эти разработки, которые находятся на первоначальном, зачаточном уровне, превратить в ликвидный товар. Помимо обширной образовательной деятельности, в Институте физики ведется яркая и насыщенная студенческая жизнь. Здесь студенты участвуют в различных танцевальных и вокальных конкурсах, ведут социальные сети, посвященные институту. Несмотря на то, что мы считаемся одним из сложных, по учебной деятельности институтов, наши студенты находят время и на студенческую жизнь. Они активно развиваются в общественной, культурно-массовой, спортивных деятельностях. В течение года, работая в этих направлениях, получают даже призовые места. Отметим, что у студентов Института физики, которые учатся на направлении геодезии, есть уникальная возможность пройти практику во дворе главного здания вуза. А у студентов-астрономов появляется шанс поработать в собственных обсерваториях Казанского федерального университета, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Приходи! Институт физики Казанского федерального университета ждет именно тебя. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.